Кураторы выставки вместе со студентами второго курса Института дизайна и пространственных искусств выстроили свободные маршруты по городу. Это было своего рода небольшое путешествие, где студенты фиксировали заинтересовавшую их архитектуру и элементы городской среды. Студенты были из разных городов России и даже из разных стран, что позволило расширить восприятие исследования и посмотреть на город новым взглядом. Это первый наш шаг в формировании креативного кластера Казанского федерального университета. Студентам мы предоставляем возможности вместе с преподавателями, профессионалами формировать свой творческий продукт и внедрять его уже в реальность. На выставке представлены маршруты студентов и их восприятие города в формате инсталляций. Это три небольшие зала, которые ломают представление об экспозиции классического музея. Центральная инсталляция – это карта маршрутов с данными путешественников, артефакты и видеоэмоции. Во втором зале инсталляция «Путь». Она состоит из фотографий, сделанных студентами во время путешествий и дополненных интересными фотофактами. Все они соединены в единую бумажную ленту, равную длине всех маршрутов в масштабе 1:1000. В последнем зале расположилась светозвуковая инсталляция «Шум», авторы которой моушн-дизайнер Адель Хуснудинов и саунд-дизайнер Закария Туктаров. Уже на открытии выставки куратор и руководитель проекта проведут экскурсию и расскажут, как проходили путешествия и с какими трудностями столкнулись их участники. Амир Ахтямов, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.